Всем привет! В общем, мы находимся с вами на Виша пляже. Я не думал, что здесь уже в мае такая движуха начнется. И именно на этом месте я планирую строить катамаран. Сиван — это просто огромное озеро. Это море, это Армянское море. Оно в длину 74 километра, а в ширину 32. И общей площадью примерно 1200 квадратных метров. Вот здесь кто-то уже начал строить тримаран. Вот такой корпус, тоже, я так понял, из фанеры, оклеенный стеклотканью. Боковые поплавки, видимо, из труб, я так понимаю. Вот очень интересно посмотреть, как это будет ходить на воде под парусом. Расскажу вам немножко о проекте. Я собираюсь построить 8-метровый катамаран с парусным вооружением шхуны для плавания на озере Сиван. По сути, это и будет небольшая шхуна, только в виде катамарана. Мне бы очень хотелось собрать команду, а также сообщество людей, которым будут интересны паруса. Мы можем устраивать однодневные и многодневные походы под парусами в любые уголки Сивана, проводить корпоративные мероприятия для компаний и их сотрудников, ну а также для туристических групп. То есть можно будет выбраться отдохнуть вдали от городской суеты и почувствовать себя настоящим моряком. Ведь это не обычная яхта с двумя парусами, а настоящая, хоть и маленькая, шхуна. В плавание можно будет взять от 3 до 10 человек, при этом всегда должно быть 2 члена постоянной команды. Наш флаг напоминает о скоротечности бытия. Мементо море, мементо вивере. Помни о смерти, но и не забывай жить. И от себя добавлю, не забывай мечтать. И моя мечта – это построить шхуну и ходить по ней под парусами. Всего у катамарана будет 6 парусов, общей площадью 37 квадратных метров. Стаксель, фок, грот и формарсель. Грототопсель и кливер будут иметь роль вспомогательных парусов при слабом ветре. Грузоподъемность катамарана составит 1500 тонн, то есть на борт можно будет взять людей и груза всего на 1500 килограмм, и осадка при этом составит 0,5 метра. Сам катамаран будет иметь массу 1200 килограмм. У нас не будет кают, но будет 2 грузовых ящика, по одному в каждом корпусе. Это с одной стороны сэкономит место на палубе, а с другой добавит немного устойчивости на воде. Стиль корпуса близок к конструкции варам-тики с небольшим килем и плавником сзади. Основа катамарана – это 2 корпуса из фанеры. Для киля и шпангоутов будет использоваться ФСФ фанера 18 или 20 мм, а для обшивки мы возьмем фанеру 6 мм. Далее технология достаточно стандартная. Оклейка корпуса конструкционной стеклотканью в 2 слоя с эпоксидной смолой ED20 и отвердителем ETAL-45M. Некоторые шпангоуты как бы вылезают из корпуса. Это будет место для крепления поперечных балок, соединяющих оба корпуса катамарана. Далее палуба из обычных досок 100 на 25 мм, длиной 6 метров. Фок-мачта – это 2 бруса, соединенных буквой X. Мой прошлый опыт постройки парусного плота показал, что такая мачта надежная, ей не нужны ванты, удобно крепить продолжение мачты, а также можно сделать удобную лестницу для подъема на мачту. Грот-мачта достаточно стандартная, а между мачтами фок-парус будет без гика, чтобы на палубе было просторнее и комфортнее находиться. Срок строительства составит 1,5-2 месяца, а стоимость постройки 4000 долларов или 1,6 миллионов драм. На данном этапе я занимаюсь поиском команды, волонтеров, а также, что важно, инвесторов, которым близка моя идея. Я запустил сбор средств на Boosty, так ты можешь поддержать наш проект финансово, ссылочка будет в описании видео. А пока на этом все, попутного ветра. И помни, мечтать не вредно, вредно не мечтать.